Минздрав Московской области сообщает, в поликлиниках Подмосковья временно отменены плановые диспансеризации и профосмотры. Это касается как взрослого, так и детского населения. Главная задача – не подвергать дополнительному риску здоровья жителей региона. Если у вас есть признаки вирусной инфекции, кашель, насморк, температура, вызовите врача на дом, не посещая поликлинику, по номеру единого контакт-центра или через портал госуслуг.